Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небес в этой жизни. Сегодня будем играть в игру чудесную, такую как Random Dice. Очень хочется, чтобы данная сборка вам приглянулась. Во-первых, я за такую сборку когда-то играл, но она была с обычным ростом, стабильным развитием. Сейчас же я взял себе не стабилку, азартный рост, и мне очень стало интересно, как это будет выглядеть. Давайте, поехали. Начнем с того, что для этой сборки вообще в идеале подойдет поле на... Да, я заряжаю телефон. Поле волшебный сепаратор. Волшебный сепаратор. О, пошла жара. Мой телефон перегрелся, у меня экран гасится по полной. Короче, у меня очень сильно, скажем так, перегрелся телефон, из-за этого у меня экран стал, скажем так, в общем, темнее. Ну, по сути, без разницы, что я больше делаю, что меньше. Он просто темный. Ну что ж, давайте испытаем нашу чудо-удачу. Очень надеюсь, что повезет, потому что хочется сыграть, отыграться и победить. И, в общем, да, надеемся. Волнуюсь. Просто я не знаю, именно эта игра у меня сейчас очень сильно нагревает мой телефон. Очень сильно. И, кажется, я даже не выйду в бой, да? Меня сейчас выкинут в рандомку. В менюшку главную, да? Давай уже выкидывай, заново бой начну хотя бы. Ну, наконец-то. Как я люблю эту игру. Короче, сборка, во-первых, скажу кейс. Ребят, игра Random Dice на то она и рандомная. Вам может выпасть с первого раза 7 или сколько там их надо? Вроде бы 7, да? О, кстати, про его сборку сейчас примерно я и говорю. 7... название. 7... Короче, 7, да, их должно быть? Да, 7. 7 солнышек и, к примеру, 4, например, луны, если у него там оно качано до 10, да, и активирована суперобилка. И эти самые все кубы идеально совпадают, к примеру, с расположением друг друга, кроют друг друга и... И просто-напросто все активировано. Да, такое вполне возможно, но то это игра и Random Dice, что вам тут тупо удача может улыбнуться. Вот. Моя же задача, чтобы не допустить, чтобы был седьмой какой-нибудь телепорт. Я пока оставлю пятерку, не буду ее активировать. Мне нужно очень телепорт, срочно, желательно пятый, шестой. Ну, желательно вообще пятый, как мы видим уже. Вот. И желательно, конечно, будет прокачать в будущем себе... Ой, блин, нет, я ничего не могу сделать. Шестерка. Блин, не повезло. Слово выпал. Поток. Ну да, поток. Ну зачем? Хотя погоди, если мне повезет здесь, то я семерку спущу просто в никуда. Но противник немножко страдает. Чуть-чуть буквально из-за потока. Так, я же забыл, что у меня поток есть. Сейчас качнем поток, и он сольется. Смотрите, качнул и... Раз, два, три. Что поток творит? Ой, сочувствую чуваку. Просто чел. Сорян, я тебя сочувствую. По полной программе. В теории он мог пожертвовать любой куб сейчас, да, и сделать так, чтобы там, к примеру, у него был... было две точки на его... Как это называется? На огоньке, короче, на луне... на солнце, да. Вот. То есть, ну, любой, как бы, рискни. Может быть, попадет улучшение на этот самый куб. Ну, попробуй. Ну, зачем ты это самое тянешь? Вот, чел решил такой, я буду тянуть. Я такой, ну ладно. Блин, мне попал поток шестой, это очень неплохо. Да, когда вам выпадают одинаковые с большим количеством точек, то лучше объединять, потому что может выпасть ерундистика полнейшая, реально. Может выпасть вообще первый джокер, и вы такие, блин. Поэтому да, когда четверка, пятерка, шестерка, лучше взять и объединить вот эти самые азартные росты, будет и то выгоднее, реально. Там всего лишь 20% шанс, так, 5, 5, 25, 4, 20, значит их 5, значит 4. Да, значит всего лишь 20% шанс, что выпадет еще один вот этот самый нестабильный рост. Ну, азартное развитие. Блин, азартный рост. Да, азартный рост. Вот, очень маленький шанс, поэтому не нужно брать тупить, объединяйте все, объединяйте. Так, кстати, противник очень сложный будет для меня. Очень сложный. Так... Есть, короче, вариант, смотрите, дело в том, что когда он будет на меня бычий, да, то бишь,
у него будет очень много. Короче, если он мне берет и пихает себе вот этих, пихает вот этих монстров, да, которые он убивает при помощи черепков, и я их всасываю, то они ему в таком же виде и выпадают. Поэтому крайне важно их собирать. Но все зависит, опять же, как говорится, от удачи. Сосет ли он мой куб, да, тот самый куб, который нужен или нет. Вот, поэтому я пока буду прорастать где-нибудь на второй и третьей волне. А, успел. А, у меня же еще один был. Ладно. Вот. Повезет, нет, в общем. Так, я пока объединю. Я не сильно хочу, не буду еще раз объединять, чтобы не лишить тебя вообще всего. Просто желательно, чтобы у меня четверочка. Есть! Так, теперь улучшаемся. Я теперь хочу сохранить данные два куба, и не хочу, чтобы его убили. Поэтому я пока все переобъединяю. Раз, два, три, четыре, один лишний. 4-5. Вот давайте минималку объединим. Ага. А, теперь 3. Блин, копировать надо было другое. Блин, нет, пожалуйста, не надо, умоляю, ну пожалуйста. Ух. Вот, следующий босс, то, что нам надо. И смотрите, сейчас он будет просто-напросто убивать мобов, и наши... Вот даже думаю, что скопировать, конечно же, это... Сейчас он будет убивать их, и мы будем забирать этих самых мобов в том виде, в котором... Вот-вот, только что забрали. Короче, будем апать. Три тут. Всего лишь один флоу, это очень слабо, но после ремува, да, то есть этот самый... Как объяснить? Короче, рыцарь все равно... Рандом рыцарь? Рыцарь рандом? Рыцарь рандома, блин. В общем, когда рыцарь все это дело заменит, то я что-то еще смогу... Ох, смотрите, можно здесь еще пятерочка есть! Я думал, надо здесь объединить, чтобы повезло и выпало что-то. Нет, нет, у нас сразу все будет. Офигеть, все, просто качаемся. Меня все устраивает, потому что в следующий раз будет очень даже неплохие кубы, я уверен. После реверса мы очень много чего сможем получить. Очень много чего крутого. Поэтому пока что просто апаемся. Просто здесь мне выпадут потоки какие-нибудь, я вообще офигею. Так, это раз, два, три, четыре, здесь нету. А, из этих может выпасть... А, нет, тройка не может. Но может выпасть двойка, давайте объединим. Выпала двойка как раз. После двойки может выпасть тройка, нет, тройка не выпадает. О, смотрите, я заранее активировал берсерков, это очень плохо. Очень плохо. На будущее или сейчас? На сейчас. Я могу даже сейчас слиться из-за того, что просто не прапан. Да, да, не зря взял данный куб. Как говорится, лишним не будет. Пятерочка есть, единичка есть, но не повезло. Из-за того, что у нас... Да, надо было... Хотя, смотрите, чтобы мы подождали, чтобы мы не подождали, вынести бы из нас двоих данную волну смог бы только он. Да, так что здесь, конечно... Берсерки очень сильно будут мешать. О, да, семерочка. Так, так, семерочка мне очень сильно поможет. Давайте апаться. Но я хочу... Нет, хочу здесь получить дополнительно. Да, теперь у нас фулочка здесь. Раз, два, три, четыре. Двойка висит. Надо бы получить что-нибудь. Объединим. Еще объединим. У меня поток один лишний. Вот он, подвис. А, еще теперь этот подвис. Блин, что делать? Опа, смотрите, как повезло. Поток улучшаем. Срочно поток улучшаем. Раз и... Нет. Короче, улучшаем поток, он труп. У меня, к сожалению, все подвисло, я ничего не могу объединить, по сути. Ну как, я могу объединить потоки, но я сейчас рассчитываю, что я вынесу его. Поэтому да. Да, ребят, потоки рулят, телепорт рулит. Блин, ну берс, конечно, очень противный был. Надо было чуть раньше его разрядить. Буквально на секунд 20 раньше бы запустил, и я не заметил, что у него берс. Я же на сборку противника даже не посмотрел, на самом деле. Поэтому еще разок, и давайте сделаем все качественно. По времени у меня... 14, ну, не знаю, не знаю. Оно хоть и есть. Не так, что прям уж супер-мега много. Парабам, парабам, парабам. Блин, я не знаю, я не знаю. Времени мне реально не так уж и много, если логически подумать. Совершите покупку в магазине. Хватило.
Погоди, я только что деньги вернул или на 50 минус? Нет, да, на 50 минус. Так, и откройте сундук поддержки. Поддержку я еще не могу открыть, потому что я не проигрываю. Так, ну давайте еще два раза, наверное, сыграем или один. В общем, посмотрим на то, как мы побеждаем или что происходит. Блин, я не по... я вот я даже уже эту самую оценку на 2 балла оставил, потому что телефон дико нагревается. Даже не из-за того, что видео снимаю, нет. Из-за этого, конечно, тоже еще больше нагревается. Но до этого, когда я просто, допустим, сижу дома, играю в эту игру, офигеть, какой горячий телефон. Просто нереально. Я не знаю, чем с этим делать. 15 часик есть, хорошо. У меня руки потеют, кстати говоря, в прямом значении слова, потому что телефон горячий. А. Так, противник пока не ищется. Я даже комп специально выключил, чтобы не грел комнату, но телефон зато теперь греет комнату. Теперь мне два обогревателя есть. Телефон и, конечно же, комп. Не, комп реально у меня очень греет комнату, так что... Да, поэтому я его врубаю. Не, ну врубается он сколько? Секунд 25-30. Ну, не быстро, но и недолго. Ах, как я это люблю, когда выкидывают. Спасибо. Спасибо огромное. Я не знаю, кстати, разрабы как-то немножко, кажется, неправильно сделали игру. В плане, типа, саппордайсер, да? То есть я, допустим, беру саппордайсер, выбираю. Мне попадается... Кто это? Инь-янь. Инь-янь. Вроде бы рыцарь нужен, если правильно помню. Рыцарь или... Лев. Даже льва можно... В принципе, да, дождемся, пока лев будет у него идти, и тогда уже выпустим, собственно говоря, все телепорты на льва. Что-то игрок совсем долго тянул. Тянул. Берегла и выпила. Да. Так. Очень много телепортов, мне было просто супер-мега много. Если что, мы можем прямо сейчас в теории запустить. Прямо сейчас можем. Но нечего, как говорится. Можем, но нечего. Будет всего 4 моба дополнительных. Давайте покачнем. Давайте через... Короче, если он будет сильно проседать, тогда и выпустим. Вот реально, сейчас будет сильно проседать, выпустим сразу же. Потому что пока мобы копятся... Но пошла жара сейчас ему... Паны выпадают всего, чего только можно. Ёлы-палы, как ему везет-то. Семерочка! Ты, братан, сейчас дождешься, когда тебе все выпадет, да, я семерочку активируешь. Не, братан, я тебе не позволю. Не позволю так легко это все сделать. Мне ни одной этого... Вот, выпал. Так, и... Что ж, успеем прапаться или нет? Успел, но я не уверен, что я смогу выжить здесь даже. Тупо не уверен. Я поздно очень запустил, но смотрите, сейчас... Очень большой шанс, что он даже босса не завалит. Семерочку, пожалуйста, убейте ему. А, он же сможет это убрать, да. Он это либо объединит. Нет, он тут, погоди, он что, не объединил даже? Чел, ты странный. Но у меня поток еще даже не выпал. Короче, ладно. Фух, хорошо. Я просто хочу, чтобы босс этот самый, как его там... Выпал чуть позже. Так, я думаю, что взять на самом деле. Не знаю. Телепорт или дождаться нестабилку второго. Или попробовать выбить стабилку не второго. Вернее, второго уровня. Ждем. Я волнуюсь. Это сложно. Я волнуюсь. Семерочки. Так, кстати говоря, не смогу, скорее всего, вынести. А, нет, смогу. Телепортер же запускается очень плотной волной, поэтому если выпадет рыцарь, то да, я смогу все-таки. Нестабилку второго, пожалуйста. Слушайте, как под заказ. Ну все. Остается только ждать и апаться. Раз, два, три. Так, один надо убрать. Надеяться на лучшее. Так, теперь нужна нестабилка третьего, пожалуйста. Слушай, у меня уже лагает телефон. У меня тупо из-за того, что он перегрелся, он мне лагает. Не знаю, видно это у вас или нет, но он меня очень сильно лагает. Прям подвисание серьезное вижу. То есть FPS вообще днище. Так, я даже не знаю, стоит ли это брать или нет. Слушайте, как под заказ все? Как под заказ? Объединять или нет? Рискнем.
беспрецедентный флоу забирался в дом, добавляя красок вам. О, ребята. Кто-то может сказать, это ерундистика, но вот когда появится рыцарь, я покажу вам, как это ерундистика. Насколько же это ерундистика? Если выживу, конечно. Блин, это не пятерка, это четверка. А, кстати, не факт, что я даже сейчас выживу. Надеемся на лучшее. Да, все, выжил. Слушайте, а можно мне рыцарь? Я, кстати говоря, после пятой волны обычно сливаюсь. Блин, у меня нет урона. Я только сейчас заметил. Вы что, рофлите? Вы реально рофлите или как? Я скорость просто нереальную здесь ему развиваю, но я ничего сделать не могу. Что мы наделали? Что мы наделали? Надо будет объединять и вот так делать. Просто выбора не было. Что бы ни выпало, если бы выпал этот куб, тайфун был бы хорошо. Выпал бы этот самый телепорт тоже хорошо. Потому что я просто буду дожидаться необходимого куба и все. Вернее, необходимого босса. Все прокачали, теперь поток качаем. Первый, единички тоже объединим. Все, есть фул сборочка и плюс еще пятерочка тут. Короче, в теории, если мы сейчас по полной прапаем этот поток, то мы можем выпускать этот самый телепорт. Потому что будет очень мощно. Просто фул. Вы видите это? Просто фул. Все забито. Все до основания, это жесть. Единички стоит ли объединять, надеяться на двойку. Тут все уже забито в любом случае. Я не знаю, я даже не знаю. Я реально не знаю. Спасибо. Забирай. Забирай. Я даже не буду ничего менять. Как говорится, повезет. Мы просто-напросто сейчас тогда получим двоечку. Есть, получили. Хорошо. Так, Мэджикон, все, ребят. Тут вопрос теперь такой. Сможем ли мы осилить данных боссов? Скорее всего, да, потому что телепорты всосут всех мобов, и мы потом их активируем. Останется ждать поток, чтобы выпал. Хотя шанс маленький, но зато будем его улучшать хотя бы. Главное, чтобы наши тайфунчики справились с большими боссами. А все остальное ерунда. Так, первый объединяем. Двойка. И единичка. Пожалуйста, выжить. Только выжить. Пожалуйста, очень прошу. 25 секунд. Даже, думаю, сможем. Мы последнего вот этого мини-босса пропустим до сюда, скорее всего, где-то. Вот этого как раз и пропустим. Хотя нет, даже быстрее его загасим. Так, давайте пока лучше все-таки телепорт. Троечка. Это шанс. Это шанс вынести босса и не получить тыку. Ребят, все. Сейчас момент истины. Сможем ли мы загасить противника с таким количеством телепортов? Да или нет? Вопрос. Я бы даже сейчас активировал, но не вижу смысла. Поток? Поток. Поток выпадет, нет? Хочу больше потока. Просто! Он ничего сделать не может. Вот об этой удаче я и говорю, потому что может выпасть такое, что просто даже я не законтрит. 50 мобов, которые двигаются с ускоренной скоростью, и это просто чудо. Паровозик. Скоростью в 300 км в час взлетает с рельс. Ладно, я реально просто угораю, потому что такое я редко вижу, но когда такое происходит, вы сами понимаете, насколько у меня радостные эмоции. Да, мне остается... Кстати, я сказал, что здесь теоретически можно поставить другое поле, да? Нет, ребят, я отказываюсь от этих слов. А, нет, погоди, в теории, да. В теории, да, потому что если у вас, допустим, семерка... Ну, короче, просто... Когда вы, допустим, одну семерку убираете, да, то ваши телепорты могут, скажем так, прорасти случайно во что-то другое. То есть, имеется в виду в... Один телепорт... Вот представьте, что у вас есть два телепорта, да? Один седьмой, другой шестой. Вы случайно там использовали вот так, да? То есть, перенесли сюда и заменили... То есть, и убрали просто кубик с поля, отдали точки другим, да? Вот. И таким образом, к примеру, вы очень сильно прапали данный куб, он теперь стал седьмого, теперь его убирать надо. То есть, вот как-то так, я думаю. Вот, но зато с тайфунами у вас вообще никаких проблем не будет, если у вас выпадет тайфун седьмого. Кстати, данного босса я люблю. Он очень сильно не мешает сама. Офигеть. Я аж подавился. Вы понимаете, что данный чел...
не имеет, скажем так, никаких там супер-мега дамагеров. То есть у него имеется вот этот самый хранитель. Раньше вот дерево называли. У меня дикие лаги. Дикие лаги. Это, наверное, да, это последний бой будет у меня. Ух ты, блин, какой классный поток мне выпал. Слушайте, его сразу, наверное, апать надо будет. Я не знаю просто, что мне... О, еще один поток. Мини-телепорты. Или урон. С уроном я справлюсь, думаю, да? Да, ладно, возьму тогда поток. Будем ускорять максимально. Двоечка. Еще поток или еще урон? Давайте поток. Блин, очень сильно лаги. Тупо из-за видосика дикие лаги. Ребят, сорян, да, это последний бой. Последний бой здесь. Я просто не могу больше ничего сделать. Тупо лагает игруха. Еще быстрее. И успеем? Нет, не успел я пропать обычный этот самый наш. Обычный куб-тайфунчик. Так, просто какая пуля. Видели, как этот босс просто говорит, я хочу вперед. Ну и давайте на этом боссике как раз-таки попробуем выпустить данных мобов. Выпустим их как раз-таки в самый вперед, чтобы прям вообще по полной было. По полной не дефили этого босса. Я хочу, чтобы мы что-то смогли. А я ничего не могу покажи сейчас. Блин, я не знаю, что я делаю. Урона, я ж урон не качал, лол, точно. Поэтому я и не выносил никого. И телепорт я тоже забыл качнуть, они ж нифига не всасывают. Я в поток вложился по полной сразу же. Как говорится, беспрецедентный флоу. Забирался в дом, добавляю красок вам. Это фантастика. Ладно, ладно, все хорош. Блин, у меня очень мало, если экологически подумать, этих самых телепортов, но они очень сильные. Но у него куб очень сильный, 12-ка. Даже не знаю, слушайте. Наверное, не стоит. Причина проста. Я могу сейчас получить 6-ку телепорта, а потом мне босс все понизит. Хотя, если понизить, может быть 4-ка. Опа. А вот это по-нашему. Так. И что мне делать, скажите теперь? Поток или все-таки урон? Давайте урон. Вернее, поток. Да, ему понизило до нуля. Сейчас я не знаю, как он там будет выживать. Но мы-то как-то выживем. Чел, сдавайся. А, я люблю эту игру. Ой, ладно, ребят, спасибо за просмотр. Не знаю, сборка фановая. Как по мне, более стабильная для этой сборки используют стабильное развитие все-таки. Но я играю так. Ох, офигенно было. Спасибо, я поиграю еще, но только уже без видео, чтобы не лагала так игра. Всем пока, всем добра.